Деточки у нас занимаются, они наказаны. Вот Игорёчек делает противные листы все. Все, что не доделано, все Игорёчек будет делать. Листать, что не доделано, он будет делать. А Валюша делает математику Игорёчка. Ну, в принципе, он умеет эти все до 10, он умеет там и плюсы, и минусы все делать больше-меньше. Поэтому Валюшечка, вот какое у нас шикарное поведение. За такое поведение мы занимаемся. Занимаемся, вот, пишем. Молодец, Вадик, правильно. Дальше, следующий пример. А вот у Игорёчка протёмных листьев. Ой, ну тут хоть сделано. Ну ничего, до вечера осилим. Сейчас только день, до вечера осилим. Что не доделано, протёмные листы. Потом вот нас ждёт английский язык. Ох, замечательно. Мама, какую цифру рисовать садить? Во-первых, не рисовать. Да, ноль, правильно. Не рисовать, а писать. Ноль. Молодец, пиши. Мои гуляки гуляют. Ветер такой? Или может из-за того, что просто сквозняк? А так тепло. Хотя вот вчера или позавчера шел снег. Что за погода? Дети у меня в спортивных костюмах и в футболках. И все. Папа сидит, втыкает в телефон. Так мы гуляем с детьми. Ящерицы не пошли почему-то не ловить. Интересно, что в это поле будут высаживать? Или тут ничего не будет? Не, ну что-то должно, наверное, быть. Как вы думаете? Вот такой тортик у меня получился. Пятерочка, Вадюша сам его выбирал. Залила тортик сверху шоколадом, но он покупной. Я так подумала, лучше бы я сама растопила две шоколадки, полностью бы его залила. Не подумала, что его может не хватить, потому что на картинке прям его настолько много. В общем, в следующий раз просто буду знать и все. Тортик испекла по-другому теперь уже рецепту. Он и должен быть такой невысокий, ну как бы не сильно высокий, но коржи шикарные. Тут идет сгущенка в коржи, так что, в общем, сделала такой чуть-чуть другой тортик, но тоже один из моих любимых. Так немножечко украсила. Как вам? Папа пришел. Как же вход? Без входа ты зашел, я тебя встречаю. Сыночкам поздравляю вас и себя. Да. И цветы дарю. И меня. И благодарю. Наконец-то в Чехии цветы. И подарок. И подарок, да. Один из подарков. Ничего себе, как она огромная. Вадюша, иди встречай. А это шаурмень? Шаурмень. Так, я еще не сильно готова. Себя сильно не буду показывать. Я еще докрашусь, домажусь, доодеваюсь. Вадюша, иди забирай пиццу. Именинник. Именинник, ты где? Именинник, иди сюда. Иди пиццу забирай. Вадик, не смотри, смотри, что интересно. Смотри, папа пиццу принес. Забирай пиццу. Хватай. Забираю папу пиццу. Не открывай, хватай. Держи руку. Вот всю прям вот так забирай. Держишь. Да. Отпускаю. Упадет. Сюда ставьте на стол. Я вот это подвину. Ставьте. Мне уже 5 лет? Да. Да, тебе уже сегодня 5 лет. Вкусную пиццу мы купили на день рождения Вадика. Да, Вадюша, ты заказывал пиццу, мы купили тебе две пиццы. Да. Одна, одинаковые. Да, две с ананасиком. И вот еще что-то непонятное. Да, ну и тоже за все получилось, как и гамбургеры. Мы тогда покупали 500 две, чем-то или 600. Пицца была, что-то такое. Потому что... А она с сырным бортиком или нет? Да я же не знаю. Нет, она без сырного бортика. Ну тут рядом, в общем, какая продавалась пицца, такую мы и купили. По 180, да, ты говоришь? Ну вот бери кусок вот этот, отламывай. 180 большая, это вот это. И есть еще какая-то маленькая, она вроде как меньше. Насколько меньше, неизвестно. Да, неизвестно. Кусь-кусь, садитесь нормально на стулья. Давай включим что-нибудь. Да, сейчас включим. Я хочу проверить свою чудо-вазу, наконец-то. Я могу ее теперь проверить, поставить сюда цветочки мне подаренные. Просто налить воду, и она станет вазой. Сейчас проверим. Так, а ну-ка, проверка. Правда или нет? А, надо же холодную воду наливать. Покупала эту вазу когда-то очень давно в Украине. Не думала даже, что когда-то пригодится. Так, набираем просто воду, и она должна форму вазы принять.
Так, ну вроде стоит вазочка. Где там мой букетик, папа? А ну-ка, поставь букетик в вазочку. Я ее подержу на всякий случай, чтобы она никуда не убежала. Оп. А ну-ка. О, стоит. Достает, да. И на подоконник, да, поставить пока. А то если вдруг полетит, хоть и не на стол разольется. Цветочечки. Как пахнут такие малышечки. Такой, кстати, букетик стоит 60 крон всего лишь, учитывая, что тут дорогущие цветы. Так, один из Вадика подарочков. Мы так и не показали подарочки, но вот один из них — это постель с тирексом. Вот так вот она выглядит. Эту постель выбрал сам Вадюша себе. Сказал, хочу постель с тирексом. Мы хотели купить какую-то игрушку, но игрушки сейчас купить нельзя через интернет. Я не захотела покупать. И тут тоже купили такой набор, типа для песка. Тут куча всего уже. Они тут пораскидывали все. Тоже тут и ситочка, потому что она здесь для песка. Вот форма. Очки, лопатки, грабли, ничего нет вообще. Вот, вот в песке выйти и играться. Потом вот такого еще динозаврика личку. То есть это то, что доступно было к покупке, то, что можно было купить. Я такая накинула тут плед на себя, потому что как-то прохладно, вроде как не хочется включать отопление, и в принципе как-то вроде я замерзла, не знаю. Моя футболочка с тирексом, как же ж. Мама двух сыновей без футболочки с тирексом. Вот, футболочка у меня с тирексом. Опять мы нигде не пошли. В принципе, можно было поехать в центр погулять. Но сегодня тоже муж пришел с работы, как бы пятница. Нигде особо мы не захотели ехать. Может быть, поедем завтра, но на улице настолько холодно. Такой просто нереальный какой-то холод. И я не понимаю, почему так холодно не было ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Там, ну, было по утрам холодно, но вот так, что постоянный холод, я в ужасе. Почему такая погода в этом году плохая, непонятно. И, в общем, мы не поехали ни сегодня, не знаю, поедем ли мы завтра, но я не очень хочу по холоду ехать, хотя зоопарк уже открыт и можно пойти в зоопарк, вот. Ну а так все остальные попрыгушки у нас закрыты, только зоопарк открыт. Мне так нравится эта футболка, купила, кстати, ее в детском магазине. Думаю, сейчас поверну на себя камеру и расскажу. Купила я эту футболку в детском магазине. Вообще, вы представляете, малым покупала одежду и себе купила футболку. И она на меня большая. Пять лет. Вадечка, вот туда присаживайся, я тебе тортик подам. Или не смей. Ага. Ой, Кая. Ну, Вадюша, задавай нам видео. Вадюшечка, загадывай желание. Давай, про себя загадывай желание, что ты хочешь. Может, ты летом хочешь на море поехать, или в Украину к бабушкам, к дедушкам. Или какое ты желание хочешь, такое загадывай. Давай. Загадываешь? Про себя можешь и желание загадать. И теперь, папа, давай песенку. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Вадюша. Happy birthday to you. Дуй. Ура, ура, ура! Аплодисменты. Ура! Ура! Кто разрезает торт? Я. Ты разрезаешь? Бери клубничку. А я хочу вишенку. Так, это вишенка. Там нету вишенки. Что там засела? Там есть только малинка. Ой, как сразу хорошо светло стало. Доставай свою пятерку, Вадик. Вадик достает пятерку. Вадик, ну, давай, хочет доставай, сам. Если сил хватит. Доставай, Вадюша. Опа. Спасибо. А я пойду поставлю. А теперь моя очередь. Давай, разрезай тортик. Наконец-то. Тортик был залит шоколадом. Ну давай, папа, разрезай.